Всем привет, мои дорогие друзья! Сегодня я с вами решил сыграть в такую игрушечку, как Форсаж, Подъем, в общем, как она там называется, сейчас я вам скажу. Форсаж, Rise of the Shift, как там, в общем, это игра по мультику, да, Форсаж. Вы готовы, шпион? Мультик. Сериал, точнее. Это вот у нас сюжетная кампания. Может быть, это будет полное прохождение. Я не знаю, может быть и нет. Давайте турнир шпионов. Один игрок, естественно. Миссия 1, миссия... Так, миссия 5. А, вот они, да? Здесь вот миссия 1. Что у нас тут есть? Тачки. Оба-на. Вот на самом деле, знаете, ребят, я вам что хочу сказать. Дело в том, что эта игра гораздо, блин, лучше, чем игры по фильму. Сейчас будет круто! Форсаж. На самом деле. Лучше. Тебе меня не победить, Ти! Шутишь? Я же Торетто! Я рожден побеждать! На, выкуси! Неважно, кто победит, я следующая! А Циско можешь не подначивать, он и так что угодно слопает. Гонщики, внимание! Я вижу, вы время зря не тратите, играете в видеоигры. Это у нас тренировка. У меня для вас очень важное задание. Новое задание? Я слушаю. Что там, босс? Нам стало известно, что члены Шифтера воссоединяются и набирают людей на крупное дело. Да, нам надо быть осторожными, но у меня есть план, как вывести их на чистую воду. Это Shadowmaker, высокотехнологичная машина, способная становиться невидимой и неотслеживаемой. Представьте, на что способен с ней Шифтер. Грабь кого угодно, тебя не выследят. Их будет вообще не остановить. Идеальная приманка, чтобы выманить их из укрытия. Вот почему агентство устраивает экстремальный гоночный турнир. Ведущим будет Гэри в образе эксцентричного миллиардера. А главным призом выставят Shadowmaker. Мы даже подписали Йоко на роль спонсора. Что? Йоко спонсор? Тогда я в деле. Значит, будем гонять, да? Да, вы все участвуете в гонке. Ваша задача — побеждать членов Шифтера одного за другим. Выезжать надо сейчас. Первый пункт назначения... А он рядом. Турнир начнется здесь, в Лос-Анджелесе. А вот бы бесплатную йоку дали. Хорошо, что я подстаканники не убрал. Вперед, команда! Да! Да! Погнали! Так... Ну что ж, погнали. Добро пожаловать в Лос-Анджелес. Наш фальшивый миллиардер, мистер Везде, скоро мистер начнет что? Турнир. Мистер Везде? Мистер да, повсюду. Мне тоже нравится. Мистер Везде. Пора устранять подручных шаши одного за другим. Сейчас ваша цель — пиццаед. Потом возьмем остальных. Это ваш первый отрезок. Поднажмите. Так. Погнали. Так, что такое? Давайте, ребята, мы должны победить! У тебя нет шансов, Тони. Эта трасса моя. Это моя трасса. Вперед. Ты что за машина? Да, это круто. Блин, да.
справа. А, ну это просто припоминаю. Да, я ее знаю, только она маленькая, другая. Сюжет. Ну что теперь скажешь? Блин, зачем ты это делаешь-то? Черт. Догнать. Куда вообще гонишь? Вообще возьми. А, блин. Сказал. Да блин! Что было? Я же... А тут вообще-то активировал. Так, а вот куда там... А, вот. Налево. Давай бросим. Они тоже бросили, что ли? А вот мне интересно, X что делает? Ну, вот эта кнопка. Самая, по-моему, самая крутая. Ну что теперь скажешь? Ой, ё-моё! Зараза, иди нахрен. Гони, 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 последний круг остался. Гони, давай. Налево. Бросай. Да блин! Есть. Все, конец связи. Так, следующая сразу. Что у нас? По-моему, тут каждая миссия по 5 раз, насколько я понимаю. Сколько там? 5? Нет!
нельзя, чтобы Шифтер победил! За дело! Ты позоришь фамилию Торетто, Тони. Погнали. Да, это тут трассу я уже не знаю. Тебе.
связи. Так, как по 20. А, тут как в не в Марио Карт, а этот тут тоже очки подсчитываются, кстати. Так, следующий этот раз. Это третья трасса, да? Третья трасса. О, чёрт! Здесь так страшно! Соберись, Циско! Мы должны победить! Победим! Куда мы денемся? Да, это круто! Тихо. А вот так. Блин, черт. Я куда-то наступил, короче. Вернее, наехал. Да блин! У меня тоже такая есть штука, и всё. Thank you.
это что? Откуда это берется? Просто так, брат. Они же далеко от меня Блин, нет! Гони, дура! Гони, гони, гони! Все, конец связи! Так, там что у нас? Четвертая трасса, что ли? Ну что, Шифтер, это чемпионат США. Нельзя, чтобы Торетто нас победил. Даже не думай, Саша! Ребята, мы сможем! Вперед! Да, это круто! Вы первые. Только попробуйте нас кто-нибудь обогнать. Ну ты чё, а? Давай быстрее. Да, это круто! Налево! Да налево! Да блин!
все собираю, короче. Блин, ну вот это нелепое врезание, конечно, разрастается. А, браво. Ты куда поехал? Да вообще, зараза, ну давай езжай быстрее. Так, там у меня чёрт, второй бок. Да, это круто. Давай только не свелись один, пожалуйста. Вот сейчас пока первый. Поздравляем. Так, я походу выиграл. А нет, следующая миссия даже. Ну давай. Так, тут всего 5 миссий. Не знаю, может быть. Может быть это будет полное прохождение, может быть и нет. Но. Я бы хотел, конечно, полное сделать. Давайте-ка другую тачку выберем. Нет, нет. Вот это. Сейчас будет круто! Все молодцы! Вы нанесли первый удар. Но самое сложное впереди. В этом раунде ваш главный соперник — Рафаэла. Рафаэла? Она не из Шифтера? Пока нет. Но она впечатлила Шаши своей технологией контроля разума. Вы представляете, что будет, если эти двое сойдутся и объединят силы? Ее надо остановить.
А пока вы выполняете это задание, я пойду собирать информацию на пляже Копакабана. Удачи! Гэри! Неси полотенце и крем для загара. Мамочка идет плавать. Да что ты? Так, тоже интересно. Скорее всего, там в этом, например, в этом, как это сказать, в обычном как бы заезде откроется потом тут прохождение карьеры, новые трассы, вот эти вот. И... Мы в Бразилии, Шифтер. Покажем тут всем, кто лучший. Ты теперь в моей стране, детка. Я разберусь с этими недошпионами. Вперед. Пока! А вот Рафаэлла, кстати. Не нафиг. Я здесь главный. Гони, 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 я сказал. Пока! Ой, это на крылья, в котором мы играли. Довольно-таки коротенько выходит. Выиграю, мне не видать. Ничего мне не видать. Я говорила, что лучше. Так, следующий этап.
Мы что, под джунглем гонять будем? Ребята, соберитесь, мы ведь знаем, как тут может быть опасно. Давай. О, я даже форсаж активирую. Паркер! Слышь, ты что? Блин, я на своей же бомбе подорвал. Хороший ход!
Наконец-то на пляж! Мы гонять приехали, а не загорать. Не расслабляемся. Паша! Шаши. Шаши зовут. Куда вы там меня погнали? Паша! Ход!
следующий раз. Но она, по-моему, последняя, если я не ошибаюсь. Бразильский чемпионат, ребята! Дадим этим уродам нюхнуть выхлопа! Нет, нет, шпиончики! Теперь вам конец! Большая трасса, ну как, трасса, просто небольшой. Вот опять, блин. Бака! Что такое-то? А, там правда. Блин, опять. Направо, направо быстрее. Простите, это все мне. Давай. Я же говорила, что лучше. Миссия, да, это было быстрее. Трассы. Так, третья миссия.
еще две миссии осталось у нас. Так, не знаю, может быть я сделаю полное прохождение. Ну, логичнее было бы, конечно, полное сделать. Так, тут у нас... Мы кого выбирали-то? А, да, вот это. Давайте вот тут попробуем. Кто не Торетто? Погнали! Отличная гонка. Вы поднялись в турнирной таблице, но в целом вы, считай, толчете воду в ступе. А там, куда мы отправляемся, и толочь нечего. Воды нет. Мы возвращаемся в Сахару. Обо мне не беспокойтесь. Я 12 упаковок Йоки взял. Отлично. Наш Сахару спонсор будет доволен. Гонять, что ли, будем? Но пусть вкус не отвлекает вас от цели. Ваша задача, наконец-то, победить Мурен. Учтите, что он здесь один из лучших. Так просто его не одолеть. Вперед, ребята! Покажем, что можем! Чего? Мертвый конец называется на трассе? The Dead End. Мертвый конец. Хотя бы правильный надо был, остановить Торетто и его команду. Выбрали здесь недорожку. Они так и останутся в горячих песках Сахары. Ха! Завидуешь? Временем у нас скоро последний круг.
Так что... Ты куда так разогнался-то, блин? Налево! Черт, давай, 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 давай! Здорово! Да. Бампер, бампер. Гонка в стиле Торетто! Как свинья. Вейла, соберись. Нельзя, чтобы Шаши нас победил. Все нормально, Вейла. Я взял еще 6 упаковок ледяной йоги. Ха, завидуешь? Oh.
Далеко, далеко. Молодец. Гонка в стиле Торетто! Ну, давай в следующий раз, что там дальше. Тебе конец, Торетто. Останешься здесь, будешь забыт, как и эти развалины. Ха-ха, это вряд ли, Шаши. Моя команда готова ко всему. Ха, завидуешь? Сам ты так не можешь. Классно!
фраза. Да, классно! Давай еще раз! Нет, я все равно выиграл, так что... Общее количество все равно больше у меня. А, тут следующая трасса есть. О, ну тут тогда вообще сейчас. Тут надо обязательно выиграть. Шифтер, это последняя гонка в пустыне. Надо во что бы то ни стало победить Торетто и его команду. Пора с этим кончать! Ха! Завидуешь?
Хлеба. Вот блин, а? Блин, ну зараза, ну что ты делаешь? Направо. Всё, всего лишь направо. Стой, зараза, стой. Зараза, что я сказал? Сволочь. Нет! Давай еще раз! Задумывали фиг с вами. Сама четвертая миссия открылась. Так. Ну что, давай, что у нас тут дальше? Южно-Тихоокеанский турнир какой-то. Надо что-нибудь тут взять. Мы скоро приземлимся на юге Тихого океана. Вы отлично поработали, но не зазнавайтесь. Гонщики Шифтера теряют надежду и ради приза пойдут на все. На этот раз вашей целью будет Скадан. Скадан? Ха, он меня не победит. Ха, уже побеждал. Хватит, сосредоточьтесь. Эти трассы одни из самых сложных в вашей жизни. Удачи! Ну, давай посмотрим. Чего мне тут еще приготовили? Ребята, осторожно! Мисс Нигде говорит, что это самая опасная гонка. Что, Тарас, ты боишься? И правильно. Да, это круто. Спасибо.
Круто! А вот цикада, кстати. Ну езжай, езжай давай. В этот раз. Что ж такое-то, а? Да блин! Я сейчас не выдерну. Ой, так. Да как это делается-то? Блин. Я просто тупо не это... Не могу. Да, это круто. Происходит, она тупо не хочет это. Жаль, жаль. Влево, направо. Да блин! Ну вот именно, да блин. Что давай? Давай, 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 давай. Ого, ты не отдавался.
теперь скажешь? Все, конец связи. Не в этот раз. Что вот эти монеты и монетки и йоки интересны? Так, это следующая трасса, что ли? Да. О, красота какая, идти! Считай, что это рай, потому что тебе не жить. Но это дорога в рай, и тут раз. Да, это круто! А если так, да?
будет свет. Тут самая нормальная вот ее машина. Самая хорошая. Ого! Потрясающий город! Да, я бы так изрисовала все эти стены! Ха! Я тебя по этим стенам размажу! Да, ой, это круто! Thank you.
теперь скажешь? Скажу, поворачивай направо. Так, ну все, в принципе, мы уже, наверное, они нас не догонят, так что можно плюс-минус расправиться. Большим отрывом и... Все, конец связи. Одолел, что называется. О, как они далеко достали. Так, следующий вопрос. Центральная улица, Бангкока. Шифтер, мы на чемпионате Бангкока. Мы что, в Тайване, что ли? Тебе не победить мою команду, Шаши. Давай. Да, это круто. Ну вот что вот это такое? Это что такое нахрен сейчас было? Подожди. А, ну это было налево. Так, налево. Так, в принципе, ну ладно. Давай, давай тут скатан на основном будет какой-то. Да, это круто! Ой, за... Блин, опять походу. А, нет. Влево.
сейчас Давай. Ну что теперь скажешь? Все, конец связи. Ну тут самая нормальная, блин, машина, ё-моё. Ребят, знаете что? Давайте мы последнюю миссию пройдем в следующей серии. Погоня за тенью, последняя гонка. Да ладно. В общем, давайте. Это будет, по-моему, великая гонка. Оставим ее на вкусненькое. Всем спасибо большое вам за просмотр. Всем удачи, всем добра и всем пока. До скорой встречи. Всем пока.